В легкоатлетическом манеже состоялось открытое зимнее первенство ЮРГУ по программе «Динамическая легкая атлетика». Участниками соревнований стали студенты институтов и высших школ вуза, которые выступили в различных видах программы. Среди участников представитель ИМСГН Павел Гонтарев. За свое подразделение он выступает второй год подряд. Все время выступаю на беговых дистанциях. В прошлом году бежал 500 метров, как-то не осилил, тяжело стало, в этом году решил 60 попробовать. В состав команды входят 10 человек, 4 женщины и 6 мужчин. Каждый участник может выступать только в одном виде программы. В программу входят подтягивания, прыжки в длину, бег 60, 500 и 600 метров. У нас проходит легкая атлетика, но не в обычном формате, а в формате динамической легкой атлетики, когда в каждом виде происходит сразу финал без дополнительных забегов. И в каждой группе, получается, вторая группа, первая и среди сборных вузов, вся борьба на виду и добавляет зрелищности и интереса к этому виду спорта. Участников судили по всем правилам легкой атлетики. Отдельно оценивали прыжки в длину с места и подтягивания. Победителей наградили грамотами, медалями и призами.